И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Макс, 77 в Инкрафте, сам Джем Крошто, правильно, GTA 5, всем приятного просмотра. Так, ребят, сегодня мы с вами будем перестреливаться скопами, всем приятного просмотра. Ну, не-не-не-не, вот здесь. Сузнички, давайте грёбанём. Этого не получилось. Ну ничего, мы сейчас выиграем. По сути, даже не подорвитесь. Вот тогда с вами. О, вы тогда тоже подорвитесь. Тогда. Видимо, граната до них не прилетела. Уже вертолет приехал. Класс. Вернее, прилетел, да, вертолет уже. Дай. Нужен пулемет. Нужен пулемет. Так, у меня не получается. Поэтому сваливаем, ребята. Сваливаем, ребята, сюда. Я еще попробую все-таки его сбить. Давайте на этот раз побегаем с автоматической и побегаем с обычным помповым. И все. Столем мне нужен. Так, что ты улетаешь? Может, ты все-таки упадешь? Все. Вот упадет. Ну, здорово, гранату хочешь? Да я даже спрашиваю. Я плевать, что ты сдох, но все равно. Дальше. Куда ты хочешь убежать? Ты не убежишь. Рано или поздно, но все равно. Где дальше? Прямо возле моей машинки. Так, вертолет. Короче, просто хочу его взорвать. Я хочу его взорвать! Так, давайте с моей любимой. Способ давайте напишем. Нифига себе, забежите. Ну давай, появись. Так, давайте перебегаем сюда. О, еще их несколько. Так, одного мы ракеты долбанем. Второго мы пилота. Ну что ты попутишь, сколько у нас дела? Другого? Так. Где вертолет? Я хочу тебя. Лагает, ребят, извиняюсь. Прямо за одного FPS. Так, если мы долбанули пилота, то теперь есть игроки. И второго тоже. Еще один раз летит вертолет, давайте его соберем. Чуть позже. Сейчас мы будем сбивать его. Ну упади же. Должен упасть. Упади навсегда. Перезаряжаться умеешь. Так, где еще один? О, сил, ребята, сил, говнюк. Давайте подорвем. Ну, этого, которого, наверное, успел выбежать. О, здорово.
Видите, как он подлетел? Теперь сюда не только побежать. Они хотят же сгореть. Хотя, ребят, нам просто люди сказали, что не так похоже. Они думают, что они вечные, бесконечные. Ребят, еще один вертолет, они не могут сюда спать. Они не попали. Они газ выпустили. Видимо, поняли, ребят, что я видимо, сопротивляюсь мощно. Так, давайте свалим отсюда. Не хочу задохнуть от этого гребаного газа. Тут, ребят, кстати, очень много этих дураков. Минус. Ты должен быть в минусе. Сейчас я тебя грану. Я сейчас до себя гранату докину, убегаем! Как я так мог промахнуть? Почему GTA опять так настроен? То есть я себя легко подорвать. Ладно, сзади уже сейчас появится. А, вот, готов к гранате? Борис, не смей. Не отбился. Значит, кидаем под него. Давайте, ребят, здесь спрячемся. Так, что здесь у нас? Сейчас они подойдут. Здорово. Так, они, видимо, уже нападают. Так, да, они уже... Взорви! О, здорово, ребята, как дела? Плохо. И когда все хорошо, то у вас будет. Сейчас мы это сделаем. Гранат кинем сейчас просто. Чтобы не прыгнул. Вертолет, упади! Теперь у них все хорошо. Они сражались очень трусливо. У вас все плохо. Давайте сейчас это исправим. Я сейчас вам помогу, ребята, обрести позитив. Все, ребят, теперь им хорошо, они рады. Давайте, ребят, быстренько установим наши боеприпасики. Кончаются. Которые гранаты и ракеты. У вас так не же много, поэтому... Один подорвался, другой идет дальше. Спасибо, автоматическую винтовку бесплатно. Спасибо. Благодарю. Так, ага, убежим. Давайте откинем гранату гребаную. Подбить их. Способ. Куда ты? Улетаешь-то? Кидаем, ребят, еще одну гранату. Они орут, значит, ребята, они пытаются отпрыгнуть. Или же ты. Все, отбили вертолет, отбегаем. Куда ты отбегаешь, дурачок? Теперь кидаем им гранату. Блокаду решили мне устроить. А, они, наверное, еще снизу, да? Или же я так понимаю. Так,
уснули. Сюда перебегаем. Успешно продвигаемся пока что. Ну что ж, ребята, я заканчиваю. Мы, я Максим Симон, Крафтер, играли в GTA 5. Всем пока. Идите сюда, проказники.